У нас там есть бумаги, вот из четырех домов, Видеонаблюдение, расширение зоны парковки, уличное освещение, озеленение и, разумеется, детская площадка. Программа по благоустройству придомовых территорий «Башкирский дворик» – это реальная возможность найти компромисс со всеми собственниками многоквартирных домов. В будущем году преображение начнется в еще одном большом дворе. Участие приняли сразу 8 домов в промежутке между проспектом Нефтяников и улицей Гагарина. Все документы готовы, все протоколы, заявка. Они прошли госэкспертизу, готовый проект у них есть. В принципе, у них готово все. Единственное, что им предстоит, это сейчас ожидание, потому что мы, получается, в этом году уже будем на аукцион, грубо говоря, выкладывать уже их дворовую территорию, чтобы определился подрядчик. Территория действительно большая, потому и мнения по поводу благоустройства были самые разные. Как правило, в обсуждении принимает участие большинство жителей двора. В этот раз было приложено немало сил в самой разработке дизайн-проекта при участии старших по домам. Во время обсуждения у нас были острые углы, то есть мы старались их сглаживать, потому что без них никак не получалось. И вот даже сейчас на уже окончательном этапе у нас большинство людей за башкирский дворик, но есть люди, которые, это чаще всего пенсионного возраста, которые переживают то, что будет шумно, то, что машины будут мешать. То есть, я надеюсь, что нам территорию благоустроят, и эти проблемы разрешатся в лучшую сторону. То есть то, что люди будут все довольны. Все будут рады этому башкирскому дворику. Благоустройство начнется в будущем году. Общая стоимость работ составит около 23 миллионов рублей. Напомним, большая часть финансирования, а именно 94%, осуществляется за счет республиканских средств, 5% за счет средств муниципалитета и 1% средств самих жителей. Алена Чернова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».